Под Челябинском на 99-м километре трассы Челябинск-Троицк столкнулись три автомобиля. Как выяснилось, автомобиль Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двумя встречными машинами Volkswagen Passat и ВАЗ-2110. Столкновение было очень сильным. На месте погибли водитель Mitsubishi, также водитель и два пассажира ВАЗа. Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Детали ЧП уточняются.